Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Эти странные дохлые твари. Тут и драугры есть. Они что, сражались?
Еще одна для коллекции. Смотри, он залез под колонну. Смотри, он залез под колонну. Сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Я нашел! Скорее! Атрей! Ah!
Подожди меня! Атрей! Чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так... Ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я.
Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Она мне нравится. Живет под брюхом черепахи. Ты слишком много болтаешь. Мы не знаем, можно ли ей доверять. Она не нападала. Пока. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. То, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина.
Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку. Не помогло. Еще один вдох. Стреляют сверху. Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить.
касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, она черная. Поэтому и не касайся ее. Может, тут нужно, чего у нас нет? Место! До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственную постель. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово.
нами дыра. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. О, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю.
По мне, так он большой. Когда это все построили? Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзилы и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Чего изволите? Выбирай, парень.
чего нужно-то? Тоже броня. А так сложнее попасть. Определился с выбором? Ну что, удачной тебе резни. Ну, что вы там нашли? Надеюсь, вы довольны. Чего тебе, мелкий? Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости?
только взглянешь, уже порежешься. Да, всегда рад. А теперь валите в жопу. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Что вам на этот раз нужно? А для сынка? Решил чего? Возможно, это что-то ценное.
А это что? Рог. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог. Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. 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 Собери! Башня приведет нас к горе. Я готов. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Пойди сюда. Какой-то рисунок. Может, карта? О, может, это карта сокровищ?
Thank you.
Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю.
Ну что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одну. Одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про... зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Хочешь причалить? О, смотри, факел. Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитать? Какая наблюдательность и безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло.
Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Ух ты, исчез. Идем, ни к чему отвлекаться. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они... Духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд. Только... желание. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот то-то же. Расскажешь? Да. Короткую. Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Она дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь. И поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. Я что-то вижу наверху.
Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Квейкья. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп, многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Еще одна для коллекции.
колючка. Ее не сожжешь и не разрубишь. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что... знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. И здесь мировой змей. Я же говорила, он большой. Может, еще историю? Уже предыдущую уж точно не будет. Хорошо. Жила-была лягушка. Ее пруд высох, и она со своим сыном отправилась искать себе новый дом. Там был колодец. Сын увидел воду и решил прыгнуть, но лягушка его остановила. Она увидела, что колодец глубокий, и если вода в нем высохнет, они не смогут выбраться. Поэтому... Они пошли дальше. И все? Да. Это не история. Вот если бы сын туда прыгнул, тогда бы да. Сын попал бы в ловушку и умер, и никто бы не помог. Слыхал? Вот это история. Жаровня. Как хочешь. Сын? Слушаюсь. Квекия. Сзади!
Отлично. Кто бы мог подумать, что я снова... Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Куда дальше? Go!
Куда пойдем? Что посмотреть? Вот это находка. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. И куда же мы теперь пойдем?
куда дальше? Здесь есть на что посмотреть.
ей, знаешь? Еще одну. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Хорошо. Здесь есть на что посмотреть. Другие, знаешь? Еще одну. Одного юношу поймали на воровстве и осудили на смерть. Мать навестила его в тюрьме. Она была доброй и любящей женщиной. Но вор пришел в ярость, увидев ее, и откусил ей ухо. Что? Почему? Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо — это не... дело. Ух ты, я еще не видел такого огромного водопада. Это похоже на водяное колесо, то есть подводное колесо. Ты что, засмеялся? Нет. Точно нет? Точно. Я не смеюсь. Да я знаю.
другие, знаешь? Еще одну. Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не в бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял. Хочешь здесь высадиться? Сын. Ладно. Квейкия. Я рядом! Берегись, отец! Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну, я не знаю. А, перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу. Но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну! Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню.
Так можно заодно мир посмотреть и помогать другим. Фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Может, еще историю? Еще одну. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные.
Я что-то вижу наверху. Попробовать стоило. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Попробовать стоило. Чисто! Надо поискать там что-нибудь полезное. А какие еще истории ты знаешь? Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалит. Пока забудем об этом. Нужно идти пешком. Потом закончим? Возможно. Хорошо, что это все. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком. Змей знает, что часть его тела лежит здесь. И
скорпион ужалил жабу? Да. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред. Такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Твоя мать всегда говорила правду. Хватит историй.
Сын, ты помнишь, где бакборд и где штирборд? Ой, кажется, да. Погрузочный слева, а рулевой справа. Так? Не от тебя правый. По ходу движения бакборд будет слева, а штирборд... Рулевой справа. Точно. Я знал. Знал. Сын, сюда. Слушаюсь. Еще одна пара сокровищ. Скажешь? Давай, соберись. Атрей, за мной! Уже иду! Сразись со мной, громо... Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил наш... У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил. Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге.
Нет мне покоя, пока над могилой отца стоит убийца моей матери. Еще одна для коллекции. Мы его отца похоронили с фамильной драгоценностью. Убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Бакборд? Прости? Бакборд? Ой, лодка слева. Верно. Сын, сюда. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет.